О, дорогой, не надо! Не надо мне делать мерси! Все, короче, за мерси! А нихуя, блядь! А нихуя, блядь! Ладно, ладно, подловил. С вами Брэдес, и сегодня мы поговорим о том, как мы с пацанами сами создали свой турнир по МК-11. Покажу вам хайлайты, самые красивые камбухи, самые красивые разводки, крутые моменты, которые были на этом турике. Покажу, кто занял первое, второе, третье место. Ну и, конечно, чего же мы ждем? Поехали! Ой-ой-ой, дропает, дропает. Осторожно надо быть, бабочки. Остается чуть-чуть, у него есть ФБ. А, ножка залетает от Кинга. Блин, капец. Давай-давай, молодец. Хороший, красивый антиэр. И можно здесь даже еще как-нибудь воткнуть ФБ. И раунд был бы его, но нет. Блин. А, как красиво, но блин, бабочка уходит в лузера. Наверное, немножко адреналинчик из-за этого. Ой. Блин. О, что я творю? Почти в сухую. Ой-ой-ой. Бэм. Бэм. Ого, как повезло. Уху! Уху! Забрал раунд с ФБ. Ой, ой, не то, мисклик. Наказывает, наказывает, хорош. А, не так, блин, не так я хотел это сделать. Блин, мне так может добить. О май гад! Так, стагеры. Ой, заморозил. Ой, хорош. Да, ой, смотри, хочет на комбу Секандера. Чё-то лайфхит совсем уже. Да. Смотри как. Ой, блин. Ай, не повезло все. Чуть-чуть. И еще. Прыг. КБ. Страшно? Даже мне. Ага, интересно. Респектил, респектил. Стагеры, два стагера. Неплохо. Пошел камбэк. О, так, да. Камба. Не туда прыгнул, по-моему. Что? Зря он туда прыгнул. Да, что-то я тоже об этом подумал. Что-то он... Ух ты. Что? Очень стрёмный комбит. Ой, сейчас очень, мне так, да, страшно, сейчас так будет... Давай, так, добивай. Ай, бля! Ай, зачем? Не мог что сделать.
за вперед 2. Мок реликвий. Да, слабый респект с какой сильный. СМК хорош. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 480. Бля. Жесть. Сейчас опять та же схема будет. А нет, смотри. Вау. А счет какой сейчас? Сейчас 2-0. 2-0. Валите друг друга. Еще и троллит. Потому что он должен активно играть, а то его там... Ну. Просто раздавит Готель. Ой, молодец. Вот. Залетел КБшечка. О, та самая комба. О, да-да-да, 360. Ой. О, да ну, дошла? Да-да-да. Офигеть. И с реакцией будет. Давай-давай-давай. Ой, давай-давай-давай. Шоныш, давай. О, найс! Там скиллинг очень большой. После четверки, двойки, там скиллинг. Офигеть, 430. Ужасно. О, давай на камбу! Красава! Все, хорош. Его гуч. Лё, радуюсь так, как будто я победил. И никто не болеет за Гиша, мне как-то... За Гиша, короче. О! Бля! Вот это да! Раздал. Да, грамотно, грамотно, кстати, да. На тут же не играет круто как. Мог бы командник сделать. Ах, думал командник будет. Выпрыгнул. А там только выпрыгивать можно, да? Ой-ой-ой, о, а, найс. Командника, да. Ладно, ура, идут, да? Плотно. 56? Через 76. Вау. Ау, 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 нифига себе, забрал. Забрал, офигеть. Так, ну кинг, 1-0. Так, залетает. Ой, дропает, ой-ой-ой. Из-за пинга дропнет. Да. А, залетает. Неплохо. Понял. Ух ты, нормально. Хватит вроде как. А, нет, не хватит. Ах, блин, нет. Если кто-то из них выиграет, будет же против меня еще играть. Ай-яй-яй. Вообще... Не хватит. Ой. Ой, это... Фу. Нормально. Если б метры были бы, тогда Гиш еще мог бы выиграть. Да, я тоже об этом подумал. А, у него метров не было, вот чёрт. Это могла бы быть бруталка даже. Неплохо, неплохо. Так, это уже 2-0. Выражение Lemmy Smash что означает? А, ну да. Для этого и делал, типа, игра слов. Да, точно. Ух ты, блядь. Ты гиш вообще не реакция. Блин, я иногда тоже не реакция этот меч. Прыжок будет? Да. На, апперкот! Залетел. Так, а я же могу покаливнуть, да, с цагашки этой? Да. А не, хотя... Да, может потом. А, ты не появился? Так, напряженный момент. Блин, капец, сколько дэмэджа просто. 4... Я ни разу не видел такого командника. Новый командник, это слишком топ. На, break away. Бам, 421. Ааа, бро. Пригласите меня. 3-0. Кинг дальше проходит. Нормально. Бабочка его все использует. Не стри. Вперед
2-2. О, он порвал бросок. Если бы у Джонни нормальный тренер. Я же говорю, назад только... Ну, он, наверное, вперед кинул. А ты откуда знаешь, что вперед кинул? Ну, уже никак. Потом спросим. Я на все 4 жду. Ай-яй, дроп. Все 4 жму. Это был сетап. Нормально. Нормально разошелся. Нет, что-то тут вообще никак. Ой, блин. Ой. Найс. Не, он знает все там. Да. Да, бабочка вообще работает в компьютерном клубе, он там задрочил уже на нуба. Смотри. Так, 1-0. А у него ПК нет, он из клуба играет так? Он работает там, как я понял. Ну, работает. Если работает, то можно и поиграть. В кавычках работает. Хороший шалка. И конкурсы интересны. О, антиэр, нормально. А чё, метр не поспать? Вары, конечно, у них на пределе. Так, разошелся бабочка, говорит, давайте деньги обратно. Если он студент, тогда все ясно. Я школьник, это все объясняю. Да. О, зашел. Давай просыпайся, Диман. Мне надо сейчас просто выиграть, мне надо джойстик купить, который накладываю. Ой. Так, чуть-чуть. Лежу был. Ой-ой-ой. Ой, неправильно, был телепорт. Не дает, смотри, молодец. А, плечо. Я понял, Кикас, он только назад рвет. Вперед вообще не рвет только. Да? Ишь. Да? А мы когда играли, тебя тоже подвалили? Да, вообще непонятно. Один далеко живет, у другого вайпа из-за этого и лагало. Нет, Линк вроде более-менее был. Так, конферм есть. 320. А, 33. Поезд плюс полез и мертв. Нет. Если кто-то будет кусается. Выстребление делать. О, давай. Ай. Какой счет, какой счет? Серьезно, верхэд зашел. 2-0. Брейкауэй. Разбил армор брейк. Ой, блин, хорош. Что он такой жестокий? Бабочка. Вроде только бабочка, но не скажешь. Жестокие бабочки. Рассишь, что ли? Блин, капец, суперкот там зарядил. Да. Блин, вот у него классные вообще антиэры. Ну, пускай будет сам персик антиэра. Не стрим, не стрим, не стрим. Блин. Я знаю, в чем секрет. Просто бабочка озверел. После игры с Микаэлом. А, да, точно. Теперь он несет ересь всем, как говорится, шау игрокам. Это точно. Микаэл реально бомбит, блин, иногда своими комбами. Стартер я наизусть знает. Ой, давай. Ой, блин, не продолжил. Блин, о, бабочка, вот ты, да. Капец. Капец, это что, 3-0, кик-эс вылетает, молодец, получается, молодец. Полностью.